Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Нет, эта история совершенно о другом, признается Сайжин Джамбалова. Режиссер в этой великой любовной трагедии, описанной в самых разных интерпретациях, увидела иной смысл. В ее постановке смерть настигает не только главных героев, но и остальных детей. Из 6 молодых персонажей в живых остается один. Есть некая такая сила вражды, которая просто убивает все живое. А дети почему-то расплачиваются. Об этом никто почему-то не думает в момент того, когда он враждует. А об этом очень важно. Очень важно понимать, на какой ты земле живешь. И ты ответственен за то, что вокруг тебя происходит. Да? Ты не имеешь права как бы забывать об этом. О том, что за грехи расплачиваются дети. Сама задумка спектакля зародилась еще в прошлом году. Тогда в рамках 2-го международного фестиваля национальных театров «Алтан-ЦРГ» Сайжин представила на суд жюри лабораторный эскиз постановки. Публика встретила ее на ура. Теперь шанс увидеть Ромео и Джульетту на бурятском появился и у жителей нашей республики. За непростой перевод взялся сам Николай Шабаев, популярный поэт-песенник, заслуженный работник культуры Бурятии. Уже все, задача ясная. Ромео и Джульетта у нас на сцене будет. Его надо ставить на бурятском языке. Кто бы перевел? Переводчика. Подумайте, ищите переводчика. Все. Я вышел за порог. Так захотелось мне самому переводить. А зачем на стороне искать? Я все замолчал. Тихо-тихо хожу. Причем каким-то путем я обратно вернулся, подумал. И начальный хор это слова перевод сделал. Эрджен Зугдаров мне занес. Я говорю, посмотрите, может быть так. Переводить было нелегко, признается Николай Шабаев. Однако его работу облегчил тот факт, что пришлось иметь дело не с английским текстом, а с его русским вариантом возложения Пастернака. К тому же оказалось, что к творчеству иностранного драматурга у Николая совсем не лежит душа. Я вообще не приветствую Шекспира. Ну, одно слово, кинжалы и готов. Он штабелями укладывает их туда. Я не знаю, что можно любить там еще. А с Ромео на Джульетту соперничать у меня возраст уже не тот. Минимум декорации, максимум внимания к проблеме. Вот главная задумка режиссера-постановщика. Интересно, что актеры спектакля будут не только говорить по-бурятски, но и одеты соответственно. Увидеть премьеру бурятского версии «Ромео и Джульетты» можно будет 2 и 3 апреля в Театре драмы имени Хацана Мсараева. Наталья Домбаева, Александр Хамаганов, Первая альтернативная.